Что, будем здесь? Вот так вот? Короче. Или как? Так, всем привет. Короче, рассказываю. Мы хотим пересадить ремонтантную землянику, к ней посадить еще клубнику, все это подсадить под геотекстиль или агроволокно. Ну, есть два ряда, вот так будем сажать. Может, сначала лучше разровнять? Да мы можем рядом его положить, но просто размер какой, чтобы на глаз было. Ну, хочешь, давай сразу разровняем. Ну, в любом 4 случае метра сколько равнять. Это, до подсолнуха или больше? Ну, то есть вообще получится, грядки-то не особо большие. Нормально. Да? Так, в общем, выравниваем тяпочкой и граблями. Минусится, блин. Ага. Минус тяпка. Хотел, чтобы я граблями так сделала. Отлично. Кстати, я пока за про сарай свой расскажу веселый. Да, я не против. Короче, вот такую я купил штукатурку, чтобы заделать швы. Сейчас покажу. Блин. У меня пока еще тут трущобы. В общем, дырки у меня вот такие. Я эти швы не замазывал в свое время. Потому что мне узбеки сказали, да, все равно будешь штукатурить. Поэтому я их где-то замазал, а где-то нет. И вот стал вопрос, чем замазать. Я купил штукатурку. Называется Knauf, по-моему. И вот она, блин, если видно, она тоже с шариками холестерола. Ну, как удепленная. В общем, как у меня блок, такая штукатурка. И вот мне... Я тут понизу задел швы все. Вот она так выглядит. Ну и так, короче, наляпал где мог. Пьяная. Пьяная грядка? Ага. Так вот так это получилось? Эй, блин, ушла. Не, ну мы можем ровненько выложить его. Хочешь, мы сейчас подрежем все. Так не, он ровненько лежит. У меня, смотри, идея какая появилась. Раз он такой длинный. Может быть, сделать, смотри, вот этот серединный проход лопаткой сделать, как бы подложить на грядки, ты поняла? Угу. Выкопать проход и сделать, грубо говоря, такие высокие грядки. Тогда он растянется больше. Потому что у него получится не прямая. Неудобно это будет, да, это будет потом деформироваться, все вылезать. А почему неудобно? Ты будешь ниже ли сидеть, чем ягоды? Так ты будешь на полу их собирать, а так ты вроде как бы... Я имею в виду, сама конструкция, практичность не есть. Давай или... попробуем. Давай. Мне кажется, есть. 60 сантиметров. И нормулик. Разнотрав'ям розкинулось літо, у коров заторчали соски. Ото, братю, міняєсь літо, я загнусь і подохну з тоски. Вот как мы умеем бегать. Так, всем привет. Это второй день нашего телепроекта. 10 килограмм земляники с одного куста. Сегодня у нас на телепроекте солнышко. В общем, начинаем мы пересадку ремонтантной земляники. У нас она, смотрите, даже такая беленькая сорт. Белая, красная. Не помню название точно, Елизавета, еще что-то. Сам это все выращивал из семечек в январе. Вот. По-моему, 2 года назад. Вот она у нас разрослась. Сейчас мы попробуем растормошить землю, корни. И начнем сажать 2 ряда в каждую грядку. Вон даже, слушай, бабочка. Смотри, 1 октября, бабочка.
Конец октября. Ну, если бы у тебя слуховой аппарат был, ты бы услышал, что я сказал 1 октября. Так, ну вот как у нас проходит процесс. Как мы посчитали, примерно 19 кустов земляники у нас сюда в месяц. Вон индейка наблюдает за процессом. Рядом у нас тут наш этот диванная собака бегает. Цезарь! Цезарь! Привет скажешь всем! Привет скажешь всем! Цезарь травку кушает. Вот такой у нас долматинец. Веселый. Слушай, ну индейка, которая наблюдает за процессом. Сидит такая, смотри, это, пригрелась тут у меня. Вообще, да? Сидит. Чувствует во мне защитника. Да, у нас вообще две индейки было. Одна вот такая немного инвалидик, с ножками кривыми, помельче. Одна была прям мощная, большая. И в один прекрасный день пошла я в магазин, индейки тут гулять остались. Прихожу, что-то как-то странно, они обычно по двое гуляют, а тут одна. Ну я вроде так спросила, вроде видели двух. Подумала, ну ладно, попозже пойду их загоню. Прихожу, эта сидит, а второй не видно. Ну вот искала до темна просто, ходила и по лесу, и по округе. Так, Цезарь, ну-ка вон, иди, давай. Помогать пришел еще один, помочь. В общем, так и не нашла в тот же день. Дай смотри, чтобы не цапнул. Цезарь! Не надо мне тут охотиться. Охотник. Ну, в общем, на следующий день я пошла в лес. Там поглубже залезла. Прошла через овраг и нашла ее уже останки. Леса утащила. У нас тут леса приходила. Мы прямо у леса живем. В общем, очень жалко. Ну, что поделать. Теперь вот одна гуляет. Заяц мне, кто там идет. Ой, еще один. Пойду фростика сниму. Ой. Следи тут за этим. Цезарь. Иди просто. А это наш мейн-кун. Мейн-кун, которому годик исполнился. Фрост. Все разговаривают у нас. Все разговаривают. Фростик. А как бегает? Они с Цезарем гуляют вдвоем по вечерам. Куда пошел? Прям соблазн у него. Цезарь. Что такое? Что такое? Что такое? Смотри. Фростик какой у нас. Леопард. Выкопал. Что мы не выкопали? Слушай, ну отлично получается. Так, ну что, где еще? Вот там вот сзади. Они же это? Нет. Можно их разделить еще, а можно посмотреть. Блин, он грызет грядку, блин, с землей. Придурок. Цезарь, ты мне скажи, ты зачем это делаешь? Цезарь! Так, в общем, у нас получилось 18 кустиков земляники на одной грядке. Может быть, что-то мы сделали неправильно. Ждем ваших советов. И в комментариях пишите, как вы сажаете и пересаживаете землянику и клубнику. Ну а мы уже в следующем году расскажем о результатах и плюсов и недостатков геотекстиля. И вообще удобно ли это все. Ты что скажешь, боец? Я устала. Выглядит, конечно, эффектно. Мне нравится. Красиво. Кажется, сажать одна морока.